Конкурс «Лидеры России» вновь стартовал по всей стране. Напомним, что этот проект в прошлом году имел большой общественный резонанс. Победители, вошедшие в число 100 лучших, действительно продвинулись по карьерной лестнице. Некоторые стали уже руководителями регионов, начальниками департаментов крупнейших корпораций. Прошло всего несколько дней со старта второго конкурса, но уже получено рекордное количество заявок – несколько десятков тысяч. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. В этом году есть особенность – организаторы дали возможность участвовать иностранным гражданам, которые хорошо знают русский язык. Продлен также возраст – до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 достаточно двухлетнего опыта руководства. На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ и наш Приволжский. Напомним, что первый тур проходит на уровне регионов и в режиме онлайн. Подать заявку можно на сайте конкурса lideryrossii.rf.